Более 4000 детей в Омске занимались спортом без необходимых медицинских осмотров. После смерти двух подростков, 14-летнего футболиста во время тренировки и 16-летнего баскетболиста после соревнований, областная прокуратура проверила спортивную секцию региона. Оказалось, что в 27 дети были допущены к занятиям только на основании справки от педиатра. По закону их должны были обследовать более пристально. Кроме того, в ходе проверки выявлено, что в ряд организаций дополнительного образования, в том числе занимающихся лыжной подготовкой, конькобежным спортом, дети принимались без каких-либо медицинских документов вообще, а также нарушались установленные законом требования о порядке проведения периодичных медицинских осмотров. Таким образом, все эти дети потенциально находились в группе риска, и возможно, что некоторым юным спортсменам вообще могли быть противопоказаны физические нагрузки.